Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о бренде AQUVOX. Мы этот бренд уже продаем около года, однако обзоров еще у нас его не было. Я хочу начать серию обзоров с общего ознакомления с брендом AQUVOX. AQUVOX – это IP-домофоны. Любой IP-домофон имеет более расширенные возможности по сравнению с аналоговым. Мы протестировали многие модели, мы протестировали сам бренд, сходили на несколько обучающих семинаров от производителя, получили даже сертификат, подтверждающий наши знания, и хотим с уверенностью сказать, что это реально очень современный, технологичный и качественный продукт. IP-домофония, в отличие от аналоговых, это, простыми словами, как уже мини-компьютеры, объединенные в одну локальную сеть. С выходом в интернет или без выхода в интернет. Чтобы видео было более динамическим, я хочу назвать 5 основных преимуществ и особенностей домофонии AQUVOX. IP-домофония намного сложнее аналоговой в настройке, однако более удобна в использовании. Что касается настройки AQUVOX, мы отдельно сделаем видео, в котором покажем, как AQUVOX может настроить любой желающий буквально за несколько минут. Итак, первая отличительная особенность – это вызов на мобильное приложение. Да, это не единственный производитель, который поддерживает данную функцию. Однако у него она работает действительно очень хорошо. Приложение на Android или iPhone очень простое, нет лишних функций, и оно работает стабильно. Звонок на мобильный телефон может приходить из одноабонентского вызовного устройства, вызовной панели или многоквартирных многоабонентских вызовных панелей. Кроме мобильного приложения, звонок может приходить на стационарный IP-телефон или на какое-то софтовое решение. Также при определенных настройках может происходить звонок на обычный мобильный телефон по сотовому номеру. Вторая отличительная особенность домофонии AQUVOX – это гибкость в применении. Домофония AQUVOX может состоять из одной вызовной панели и одного монитора, или из множества вызовных панелей и множества мониторов. Также панели могут быть многоабонентские, на много устройств. Учитывая, что AQUVOX работает по SIP-технологии, как IP-телефония, у нас открываются возможности по звонкам и сообщениям с разных устройств на разные. Например, мы можем позвонить в любой момент, не только сделать стандартный вызов с вызовной панели на монитор, мы можем позвонить с одного монитора на другой монитор, мы можем позвонить с мобильного приложения на вызовную панель, мы можем позвонить на монитор. Если у нас, например, многоабонентское решение, или у нас много клиентов, мы можем рассылать сообщения на все мониторы удаленно. Мы можем отправлять не только сообщения, мы можем отправлять картинки на заставку. Например, есть вызовные панели с экраном, мы можем сделать любую заставку, поздравление к празднику, или мы можем отправить сообщение о задолженности или о предстоящем ремонте в квартире или в доме. Что касается личного применения, у меня несколько раз были случаи, когда мне приходилось звонить с мобильного телефона на монитор в доме для того, чтобы поговорить с ребенком. Как, грубо говоря, городской телефон. Городского телефона у меня нету, мобильный телефон стоял на беззвучном. Мне надо было срочно связаться, я позвонил на монитор, ребенок поднял, и я его предупредил, чтобы он выключил беззвучный режим. Особенность, которая присуща всем IP-видеодомофонам, это интеграция с видеонаблюдением. Интеграция обычно происходит в двух плоскостях. Первое – это использование вызовной панели как видеокамеры. Поток с вызовной панели мы можем подать на видеорегистраторы и делать запись с данной камеры. Также при звонках, при движениях можно настраивать, чтобы в облако сохранялись скриншоты о движении или о звонке. И вы это можете посмотреть постоянно в мобильном приложении вашем. И вторая особенность видеонаблюдения. Мы можем вывести на абонентский монитор картинку с камер видеонаблюдения. Хочу отметить, что если монитор на андроиде, то он не будет блокироваться и будет работать постоянно включенным, если его не выключить. Это очень удобно, потому что мы можем вывести камеры необходимые видеонаблюдения и постоянно их просматривать. Например, въезд или калитку или еще что-то. Мониторы обычных видеодомофонов блокируются, и постоянно просматривать картинку с камеры вы не можете. К видеорегистратору приходится ставить обычный монитор или выводить картинку на телевизор. Четвертая особенность контроля доступа. Контроль доступа – это вход и выход из помещения каким-то способом. Самые стандартные способы – это карточки MiFire и EM
Marin. Все вызовные панели поддерживают два этих стандарта, кроме самой младшей. Кроме бесконтактных карточек, вызовные панели AccuVox поддерживают очень большое количество способов доступа. Это может быть NFC, Bluetooth, QR-код, временный код, пин-код. Если вызовная панель поддерживает более старшие модели, а и многоабонентские поддерживают распознавание лица, то вход может быть по лицу. И самое главное, конечно, вход по приложению. Вы в любой момент с приложения можете не только принять звонок, но и открыть входную дверь. Ну и пятая особенность заключается в том, что монитор AccuVox, особенно на Android, может стать центром умного дома. В мониторах есть порт RS-485, тревожные входы и управляемые реле. Также модель на Android позволяет установить дополнительные приложения. С помощью этого вы сможете интегрировать различные системы умного дома, начиная от простых датчиков движения, управления шторами, датчиками протечки и так далее. Управление тревожными входами и реле может осуществляться через веб-интерфейс удаленно, не обязательно находиться возле монитора. По сути, мы можем зайти удаленно на любое устройство AccuVox, будь то монитор, будь то вызовная панель, у каждого есть свой веб-интерфейс. А для того, чтобы зайти на веб-интерфейс удаленно, у нас есть облако AccuVox, к которому мы получаем доступ, получаем лицензию при покупке устройств AccuVox. Это одна из основных фишек данных устройств. Вот, в принципе, и все из основных особенностей домофонии AccuVox. Мы продолжим серию обзоров более конкретно по домофонам и вызовным панелям AccuVox. Также будут видео про настройку AccuVox. И если вы находитесь в Беларуси и вам необходима домофония, мы можем продать вам ее или установить под ключ. Обращайтесь к нам, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Если есть какие-то вопросы, мы обязательно ответим. До новых встреч. Пока!